Она борется за чистоту интернета и традиционные ценности. О ком вы сейчас подумали первым делом? Готов поспорить, что о Екатерине Мизулиной. Ее имя хорошо знакомо тем, кто следит за общественной жизнью России. Дочь сенатора Елены Мизулиной, она позиционирует себя как защитница детей, традиционных ценностей и чистого интернета. Мизулина-младшая – это личность многогранная. Она занимала и занимает немало руководящих постов. Одним из главных направлений деятельности является защита детей. Она активно борется с распространением в сети информации, которая, по ее мнению, может нанести вред детям и подросткам. Мизулина выступает за ужесточение контроля над интернетом. Она считает, что необходимо блокировать сайты, которые содержат запрещенную информацию. Также она ратует за введение паспортов интернета для детей и подростков. И вот именно Екатерина Михайловна Мизулина в начале февраля 2024 года объявила о грандиозной блокировке самых популярных VPN-сервисов в России. Интересно, не она ли будет объявлять о блокировке Ютуба, если она все-таки случится?